Всем привет. Но я все-таки выключу. Кто все-таки гудит и сильно. Еще есть там как. Сейчас я на паузу поставлю. Ты снимаешь? Да. Немножечко сегодня это. Вкусняшка. Есть кости хоть. Ну встань. Хочешь? Просто суп сварить хороший. Сейчас я уберу в морозилку. Ну, а это тут нож куриный. Голень. Да картошечка вот такая вот. 25 килограмм. Тут 3,5 килограмм. Она не очень крупная, но это такая домашняя. Да, мелкая, хорошая. Розовая. Ветер сегодня прям страсть могучая. Это, как ее... Вчера сажала, копала. А, так, ну все, почти посадил, которую это Нин прислал. Привет передаю, если будет смотреть. Вот остался у меня вот от ее 3 пачки. Это кабачки. Одну пачку я вчера посадила. А, нет, вот это огурцы еще остались у меня. Огурцы я тоже садила. Вот. 2 зебры. Да. Это вот осталось. Я сил не хватило докопать, досажать. Остальное все посадила. Вот. А это уже сегодня попросила купить. По 10 рублей вот это. Ну, Эмиль купил морковку. Я говорю, купи там на свое усмотрение хоть что-то. Вот. А это вот огурец вот такой вот. Засолочный. Да. Я говорю, ну хоть что-то, чтобы это сегодня копать. Ветер прям ураганный, везде пакеты всякие летят, а угляди, забор подлетает. Вот. Прям, я не знаю. Как будто километр от моря живем, такое ощущение ветер. Да. Прям несет это такой витрины. Сейчас я уберу в морозилку. Я сейчас включу. Ой, что-то поперхнуло слюной. Бывает. Я сегодня кабачковый икру открывал, но Эмиль что-то это. Кислая. Я говорю, она зато натуральная. Но не магазины, кислый. Я поела. Ты поешь тогда с пловом? Да. Хорошо. Холодильник, что ли? Ну шо? Накладывайте тебе плов. Плов такой, тут все в подряд называется. Это называется... Из чего было? Из чего было, да, все в подряд. Так, у меня был моркови где-то штук 4. Вот. Лука не было. Масло подсолнечное налила, 4 моркови порезала. Засандячила 0,5 икры домашней. Когда уже морковь обжарилась, минут... 5 где-то, ну, 3 минуты даже. Вот, туда залила эту икру. Ну, Эмиль забраковал, кислый. Вот, открыл 0,5-литровую банку маринованные огурчики. Тоже туда засандячила, все это мешаю. Все это тушится, жарится вместе с морковью. Вот. Потом чеснок, 3 зубчика. Соль адыгейскую добавила 0,5 чайной ложки. Черного перца, потом, как ее, насыпала рис, залила воды, так, чтобы рис покрывала. Вот. Все это помешала. Так. И поставила тушиться на средний огонь. Помешивала. Вот. 20 минут тушила. Потом на самый медленный, на 0,5 часа. Добавила тушенку. Добавила, у меня колбаса оставалась, никак не могли поесть, сосиски уже сверху положила, вот. И все это на медленном огне, на самом медленном, 0,5 часа еще томила. Ель-ель там подкипывал, все это томилось. Это называется из того, что била. О, неплохо. То и полюбила.
Да все хватит. В общем, вот такой вот вкуснячек. Этот хлеб очень вкусный, кстати. Да, согласен, хлеб вкусный. Давай, маленький мукбанк, опробуешь хоть. Давай. Здорово. Здорово. Так, шабу нашат. А, давай. Приятного аппетита, на здоровье. Горячий. Не надо прям в рот лезть, реально. Не будь, не кричи. Давай. Вкусненько. Из того, что было. Из того, что было. Да. То и пару было. И порубила, и полюбила. В том смысле, морковку рубила. Ну, как ножом резала. Ну, да, действительно. Ну, как, морковка прям стучит, когда режешь прям на доске. Давай, попробуем. Это вкусненько. Моя любимая. Очень, да, вкусно? Сосиски вкусные с сыром. Mm-hmm. Они прям распарились все. А как грибочки? Ну это вкуснятина, конечно. Это вообще-то очень оригинально. Что-нибудь такое придумывать. Из того, что когда, как говорится, живешь там, ну. Жили. Не по богатым средствам, а в том, что смысл там не можешь себе позволить ничего такого сверхдорогого. А, и из того, что, как говорится, есть что такое. Ну, как грибочки. Не нрав. Нормальный, да? Угу. Почему? Вкуси хоть маленько. Нет. Ну, постоянно мне приходится борщ варить. Ну, хотя бы борщ варить, и косточка есть, не знаю. В общем, вкуснячий, да? Угу. Решил все-таки покушать. Ну, еще я капельку. Я не люблю. Честно видел. И тебя. Ну, это что это тут? Ты издеваешься надо мной, или что, я не пойму, насмешка, что ли, или что? Да люблю я ее. Не хочешь, не кушай, не ставлю. Она только на борщ. На борщ? Да. А вот эта вот вкусняшка? Ну, да, конечно. Я просто покушала капельку, не выдержала. Очень вкусно. В общем, все вкусно. В общем, все вкусно. Сейчас тоже себе наложу немножко, потом пойду, наверное, копать огород там, ну, воды таскать, там, мало ли что такое тоже. Посажу все, дай бог, это скопаю. Вот. Ну, редиску я уже там все вот это вот посадила, салат посадила, редиску посадила, вот этот декоративный в уголок сам огорода подсолнышек посадила, огурцы посадила, укроп посадила, петрушку посадила. Очень такой вредный, его тяжело выращить, по-моему, салат. У меня нет воды, плевать, и лейки даже нет, и покупать нет. Вот, и бочки нет, чтобы воду куда-то там накапливать или что-то такое. Это все. Ну, сейчас вообще не надо, как говорится. Да. Ну, без воды. Ну, так, если уж там из колонки иногда там что-то принести. А так, может, даже не пойдут. Земля сырая. Я прям делаю грядки руками. Ну, ногти вроде ничего. Отмылись. Я вчера стирала.
Я прям делаю грядки руками. Вот, провожу. Земля прям жирная, сырая. Копать трудно, на лопату пристает, приходится постоянно очищать. Ноги, конечно, тоже устают. Это копать трудно, да. И сажать трудно. Ну а что? Все равно надо. Так вот, ну ладно. Всем пока, всем здоровья, добра, благополучия побольше. Ну и любви тоже, хоть маленько.